Так, про курение. Про курение. Я считаю, вот я вот убежден, коли мы живем в демократическом ха-ха-ха обществе, то давайте как-то предоставлять людям какие-то возможности выбора. Да? Если нигде нельзя курить, то ну, это диктатура. Вот то, что делают, это диктатура. Ну, так нельзя. Да, нужно давать возможность и места какие-то отводить, что-то как-то помогать людям бороться с пагубной привычкой, но не такими методами драконовскими. Ну как так это, слушайте, это инквизиция какая-то, взяли и все, и отрубили всем возможность наслаждаться сигаретами. Все понимают, что это вредно, все понимают, что это плохо. Но это, да, это болезнь, это зависимость. Это, ну да, это плохо, это зависимость. Но не надо так лечить людей от зависимости, вот так прям. Хрязь гильотины и все, никто теперь не курит. Ну как? Ну нет, надо вести работу немножечко в другом русле. Так нельзя, это некрасиво, во-первых. Это некрасиво, и ну, все по-прежнему где-то что-то докурят. И, ну, сейчас повысят акцизы еще на табакокурение. Альтернативы никакой не предложат, как всегда. Как всегда. Вот поставить перед фактом, альтернативы не будут предлагать, и у нас демократическое общество. Ха-ха-ха. Ну так.